ملأ الخوف العنزة فلم تلمس الرأس وكاد الخروف يموت من الرعب. Сказка «Коза и баран» на арабском языке была издана за счет средств одного из кувейтских журналов. Автор перевода, журналист Ашраф Абдуль-Язид, хотел таким образом сделать подарок детишкам. Правда, татарским он не владеет, поэтому для своей работы использовал не оригинал, написанный Габдуллой Тукаем. Я переводил его произведение не сразу с татарского на арабский, а использовал английские переводы. Самым сложным в переводе была необходимость искать названия слов, характерных только для татарского языка, а также названия. Это второе произведение татарского классика, переведенное Ашрафом Абдуль-Язидом на арабский язык. Первое — сказка «Шурале», выход которой был приурочен к 120-летию Тукая. Тогда же появились на свет переводы на английский, ирландский, немецкий, персидский и другие языки. Сейчас Габдулла Тукай стал популярным в арабских странах. С каждым переводом он становится все популярнее и популярнее. Он же перевел классика, основоположника нашей татарской литературы, Тукая. Тукая переводится на все языки. И особенно наши с арабами объединяет религии наши. Вот поэтому Тукай известен и он и в арабском мире. Сегодня во время презентации книги татарской общественности господину Абуль-Язиду был вручен Коран с переводом смыслов на татарский язык. Он назвал его самым дорогим подарком, который ему преподносили за все время визитов в Казань. Марсель Нургатин, Владимир Ладушкин, телеканал «Эфир».